Продолжаем выпуск. Административная комиссия собирается каждый четверг. Нарушители правил благоустройства территории городского округа, получившие предписания и не устранившие замечания в срок, приглашаются для рассмотрения дел и назначения штрафных санкций. О том, как прошло одно из последних заседаний рабочей группы, смотрите далее. На одном из последних заседаний административной комиссии было рассмотрено 12 материалов о нарушении правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа. Статьи рассматривались в основном о выгуле собак в неустановленном месте. У нас очень, опять же, много поступлений в МСЧ 100 обращаются. Именно обращаются с детьми 2005 года, 2003 года. Также были рассмотрены материалы по нарушению тишины в ночное время. Граждане у нас так и продолжают нарушать тишину, не заботясь о том, что людям на работу слушают музыку, веселятся. Ненадлежащее состояние фасадов некоторых магазинов, находящихся в жилых домах, не ускользнуло от зорких глаз блюстителей административного законодательства. Владелец одной из таких торговых точек был предупрежден об ответственности в случае неустранения в установленный срок указанных в предписании замечаний. Магазин находится в жилом доме, фасад магазина в отвратительном состоянии, магазин находится в центре города. Также владелец данного здания привлечен к административной ответственности. Напомним, штрафы для юридических лиц установлены немаленькие – от 50 до 80 тысяч рублей. Штраф на должностное лицо составляет 10 тысяч. Нарушители из числа физических лиц, можно сказать, отделываются легким испугом за неуважение к своим согражданам. Привлечено к административной ответственности по статье 3.11 закона Приморского края 7 человек. Штрафы до 2000. К тем, кто игнорирует вызов на комиссию, конечно же, применяются штрафные санкции по максимально возможному пределу.